Также Садыр Джапаров прокомментировал задержание бывшего председателя правления открытого акционерного общества «Дастан» Алексея Ширшова. «Я дам полную информацию о Ширшове, общественности и тем, кто устраивает шум. В нашей работе нет ничего секретного. Вся наша работа исключительно в интересах государства. Месяцев 6-7 назад Ширшов вышел на нас через моих помощников. Они сообщили мне, что он просит принять его. Якобы он нашел банк, в котором под арестом находятся 200 миллионов долларов Максима Бакиева. Как я могу его принять, если он в розыске? Я спросил, находится ли он в Кыргызстане. На что мне ответили, что он связался по телефону из-за рубежа», — написал Джапаров. Президент отметил, что немедленно дал по указанию Генпрокуратуре, ГКНБ и МВД узнать, за что и по каким делам были возбуждены уголовные дела в отношении него в 2010 году. В итоге ему ответили, что против Ширшова не возбуждено ни одного уголовного дела и что он не находится в розыске. «В первую очередь меня волнуют интересы государства и народа. Если ты работаешь против интересов государства, обязательно ответишь. Таков принцип. И не обращайте внимания на тех, кто кричит, что Максим Бакиев позже тоже приедет. Максим Бакиев не вернется сюда, даже если мы его озолотим. Он не сумасшедший», — сообщил глава государства.